Вечер добрый, друзья, добрый вечер. Мы начинаем открытый микрофон. Мои руки как-то хлопают, не знаю, с чего вдруг. У нас сегодня продолжаем цикл наших открытых и приоткрытых микрофонов здесь, в ресторане «Фарш» на Крытке Основьяненко, в этом замечательном кальянном зале. Вот уже почти, мы что-то начинаем опаздывать. Будем стараться начинать ровно в 8:30, но ничего страшного. Друзья, итак, сегодня открытый микрофон, будут выходить комики, делиться с вами своим юмором. Будем надеяться, иногда это будет получаться смешно. Ваша задача, как всегда, простая. После каждого выступления, если выступление комика вам понравилось, вы поднимаете руку вверх и, соответственно, таким образом отдаете комику свой голос. Тот комик, который получит больше всего голосов, в итоге уйдет отсюда с каким-то призом, чуть-чуть денег, не знаю, там поезд, может. Ну, это ж комики пригодится. Вот, уходят первые люди, это значит, что точно мы начинаем. Так всегда. Друзья, ну что ж, и мы не будем долго тянуть, я все рассказал, там, в принципе, как бы кальяны тоже скоро принесут или чего там заказывали. Я объявлю первого комика, который сегодня выйдет на эту сцену, сейчас мы не будем никого удивлять, потому что он часто выступает первым, это его роль. Но это не Дмитрий Тетюк, есть еще один такой комик. В принципе, он уже знают остальные. Встречаем на этой сцене Владимир Олещенко. Аплодисменты. Всем привет, народ, привет. Как дела? Нормально. Денек сегодня ну, да? Смотрите. Похлопайте, у кого проблемы со сном. Вы поздно отреагировали. Сонно себя ведете. У меня проблемы со сном, мне очень тяжело вставать с кровати, я понял почему. Просто вот я пришел к выводу, что внутри меня утром моим телом управляет совершенно другой человек, то есть не я. Я его называю, знаете, любезно называю его паскуда. Вот подсознательная паскуда. Вот в обязанности этой паскуды входит не реагировать на будильники, которые я завожу. Паскуда встречает вагоны с дерьмом, которые разгружают у меня во рту, и вот... Судя по всему, так это происходит. И знаете, самое страшное, в обязанности паскуды входит отвечать на все телефонные звонки утром. Потому что как бы я ни старался, когда тебе звонит человек утром, ты начинаешь типа, сейчас, доброе утро, привет, все, я готов. Доброе утро! И тебе говорят, ты что, спишь? И такой, паскуда, я ж готовился. И очень неприятно, знаете, и спасибо. Я думаю, что паскуда является частью огромной организации, которая пытается сделать мою жизнь хуже. Условно назовем ее чмошник, ну так, чисто так. И вот это огромная организация, это мегакорпорация. Там куча отделов, это огромное многоэтажное здание. Там есть специально обученные люди, которые летом суют мне в подмышки, вот, и очень, очень неприятно. Есть отдел стояка в метро, вот, это... Интересное дело. И мой самый любимый отдел – это отдел тупых подкатов к девушкам. Эти ребята работают как часы, серьезно. Вот типа пишешь, значит, тебе нравятся собаки. Нет, я этого не говорила. Ты считаешь, действительно не говорила. Зачем ты это написал? А там у них в отделе разрывы, овации. Ребята, мы смотрели вашу телегу про собаку, блин. Это шедевр. Он так обосрался. Просто ужас. И мне кажется, в этой организации, знаете, вместо настенных часов висит такая моя шкала самооценки. Она давно пробила пол, поэтому ее хранят в подвале. Наверное. Слушайте, я обожаю фришлайн. Недавно там был, вчера и позавчера. Да что греха ты, где нищеброд там частенько бывает. И вот просто фришлайн это вот обитель некомпетентных дебилов просто. Даже в армии такого нет. А я знаю, о чем говорю. У меня отец военный, я видел, как люди подметают лужи и красят траву. И просто я пришел заказывать, и там человечек, делал мой заказ и параллельно ругался с другим работником. А меня должно колыхать! Здравствуйте. Белый, темный, прованский, мразь. И это некрасиво, даже не по отношению ко мне, я-то переживу, по отношению к клиенту, просто это странно. Я думаю, он бы очень удивился, если бы он пришел в больницу, да, говорит, здрасте, вырежете мне аппендицит, а врач такой, может, вырежу, может, не вырежу, не знаю, мне тут все бесят. Присаживайтесь, давайте посмотрим, болит, и тут болит, да что ж за день такой, вали отсюда. И вот он почувствует,
он все поймет. Да, слушайте, недавно была такая ситуация. Пришел в салон мобильной связи, хотел взять себе айфон. Подхожу, на прилавке лежит два айфона, 7 и 6. И вот не знаешь, какой выбрать, очень тяжело. Просто очень хочется купить 7, а деньги есть только на еду. И я в отчаянии пошел в АТБ и такой: крупа или гречка? Крупа или гречка? Перловка. Это мой выбор. Иногда вообще жалею, что интернет существует, знаете, вот недавно нашел Инстаграм мясокомбината. И вот нахера он, да? Просто, наверное, подумали, что там каждый день постят колбасу. Естественно. Что там еще могут постить? Каждый божий день там посты с колбасой. И просто Инстаграм — это место, где люди самоутверждаются и понтуются. Просто я не знаю, как утвердиться за счет колбасы. Разве что директор мясокомбината выложит пост, в котором написано: если этот пост наберет 1000 лайков, я покажу свой сервелат. Возможно так, возможно так. Ну и в конце, я так понимаю, я уже близок к концу. Спасибо, дружище. Ты в меня веришь. Смотрите, да. Сестра, спасибо, мой суфлер личный. У меня есть младшая сестра, если это кого-то удивило, думаю, нет. И ей уже 12 лет, и она приходит в тот возраст, уже в осознанный возраст. И я вот не знаю, у меня включается старший брат, я не знаю, как-то влиять на нее или не влиять, пускать на самотек, ограждать ее от влияния родителей или нет. Очень тяжело. Просто родители очень сильно балуют. Ей купили телефон, у нее она завела Инстаграм-аккаунт. И вот, она сфоткалась недавно вот так. И там под этой фотографией была подпись: «Иногда очень страшно жить». Я подумал, тебе 12 лет, вот. Из-за чего? Из-за бабайки? Вот. Я не знаю. Друзья, большое спасибо, у меня все. Владимир Олещенко, друзья, ну что ж, кому понравилось выступление про бабайку? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 голосов. Я так посмотрю, а вы просто руку сейчас подняли или 13, да, нормально? 13 голосов у Владимира Олещенко. Я просто, да, зачем досмотрю заднюю часть зала тоже? Альберто посчитал, конечно, был пятым, если что. Друзья, мы движемся дальше, как бы, что нам, второй комик. И здесь сейчас будет второй комик, который вряд ли ожидает, что он будет вторым. Но тем не менее, он не зря сюда приехал издалека. Наверное, дальше всех ехал. Хотя непонятно, кто дальше всех ехал. Кирилл из Полтавы или все-таки Володя из своих. Я даже не знаю, как называется. Кулиничи. Кулиничи, да, вот. Кстати, да, Кулиничи — это не только киоск, это еще и населенный пункт. Да. Для меня всегда это открытие. На этой сцене Кирилл Богдан, город Полтава. Добрый вечер, здравствуйте, привет. Знаете, мне очень тяжело разговаривать с девушками, особенно красивыми. У меня просто отключается мозг. Я недавно был на быстрых свиданиях и подсел просто к прекрасной девушке. И, ну, она была прекрасна, особенно по сравнению с предыдущими. До нее я сидел с близняшками, что необычно, но выглядели они так, как будто пережили фаталити в Mortal Kombat. Просто человека разрезают пополам, вот это Марина, это Галина, вот что это было. Я подсел к этой прекрасной девушке и такой: привет. И она у меня спрашивает: привет, чем ты занимаешься? Я мыл дедушку и собирал пакетики. Вот, это то, что я смог придумать. Но она просекает, что я просто волнуюсь, и дает мне второй шанс. Говорит: окей, давай еще раз, чем ты занимаешься? Делаю глубокий вдох. Был деда и собирал пакетики. Чудесно, а? Вот. Я веду себя так, как полный идиот, потому что вы, девушки, слишком красивые. Из-за вас я хожу по улицам, как мальчик в магазине игрушек. Я иду в парк и такой: я хочу ту, и эту, и ту, и вон того солдатика. Не совсем. И таким, как я, гораздо легче общаться в социальных сетях. Единственное, что мне постоянно попадаются какие-то стрёмные и старые женщины. Друг мне объяснил, что просто уже давно никто не знакомится в Аське.
На это я ответил... И у меня очень при этом у меня очень высокие стандарты красоты. Я совсем не люблю толстых людей, я их ненавижу. И у меня есть подруга, она толстая, но я ее уважаю, потому что она пытается все время похудеть. Она подходит ко мне недавно и говорит: я нашла новую диету, на ней можно есть все, что угодно, и через 2 недели я похудею на 15 килограмм. Как называется эта диета? Диабет за 14 дней? Что это? Просто как это работает? Если ты употребляешь в день больше калорий, чем сжигаешь, они откладываются, ты толстеешь. И нужно не любить самого себя, чтобы так запустить свое тело. И она говорит: не поняла, Кирилл, ты не любишь толстых людей, потому что ты жертва спортивных компаний. Чё? Просто... Тебе навязали рекламой и прочим, что худоба — это естественная форма человека. Блин, я не знаю, какая форма человека естественная, но это точно не гребаный шар. Явное доказательство того, что толстым быть плохо — это болезни, которым толстяки подвержены. Ишемическая болезнь сердца, стенокардия, гипертония. И самое главное, если толстяк упадет на спину, он не сможет перевернуться. Да. Да. Кирилл, тебе легко шутить над толстыми, потому что ты сам не толстый. Но легко шутить над толстыми, потому что это обширная тема. Но у тебя нет такого права, некоторые из них просто нездоровы. Ну, нездоровы, здоровенные. Вот. Недавно вызвал Яндекс.Такси, приехал водитель, я сел в машину, вижу, а он пристегнут. Я заволновался. На пешеходном переходе он пропустил человека. У меня задрожали руки. Он включил радио, а там Kiss FM. Кто ты и что сделал с настоящим таксистом? И вот мы едем, и он потрогал меня за коленку. Говорит: случайно получилось, я хотел передачу переключить. А у него коробка автомат, понимаете? И улыбка до ушей. И он сидит голый. И вы знаете, проблема такси через приложение в том, что после поездки пассажир должен оценить водителя, а водитель пассажира. И вот мне было очень обидно получить оценку «под пиво покатит». Я в долгу не остался, я поставил водителю 5 звездочек. И комментарий: Арсен сделал все быстро. А водителя зовут Сережа. У меня все, спасибо. Кирилл Бобдер, друзья, да. Кирилл, зачем ты рассказываешь о той нашей поездке? Не знаю. Ладно, друзья, кому понравилось выступление Кирилла, поднимите руки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Я посмотрю на вас, просто нравится мне. 14, да. Тебя нельзя считать, ты же сам выступал. Друзья, мы движемся дальше. Настало время нестандартного юмора. Может, хотя бы этот юмор у нас задействует вторую часть зала. На этой сцене один из самых нестандартных комиков. Я 3 раза уже сказал слово «нестандартный», начинаю заговариваться. Поэтому просто Евгений Хруль встречаем. Здравствуйте. Древнегреческий философ Гераклит сказал: «Все течет, все меняется». И мы с вами тоже меняемся. Это уже я сказал. Если не меняться, можно просто остаться во вчерашнем дне и дезадаптироваться в этом мире. В детстве меня учили: береги платье с нового, здоровье с молоду. Но мужчины давно уже не носят платья. Да и женщины надевают платье только когда есть какой-то особый повод. Эта пословица потеряла свою актуальность. Чтобы ее вернуть, нужно заменить платье чем-то более современным. Например, береги куртку с нового, а здоровье с молоду. Или береги футболку с нового, а здоровье с молоду. Или береги рубашку с нового, а здоровье с молоду. Это нормальная обстановка для моих выступлений. Или береги кроссовки с нового, а здоровье с молоду. Или береги джинсы с нового, а здоровье с молоду.
Спасибо. Взаимно. Или береги ботинки снова, а здоровье с молоду. Или береги мастерку снова, а здоровье с молоду. Надо идти в ногу со временем. Это еще не все. Спасибо. Раз уж мы заговорили об устаревших пословицах, будет уместно поделиться с вами новостью. Сейчас я занимаюсь над своей новой комедийной программой, которую я назвал «Водоворот каламбуров». Сейчас я расскажу вам самую новую шутку из этой программы, чтобы определить ее силу. Она тоже посвящена устаревшим пословицам. Итак, вот она. Готовьте Легу летом. Нет. Готовь сани летом, а кушай зимой. Готовь сани летом, а кушай зимой. Все. Все, да. Я не понял, что значит все, но ладно. А кому понравилось выступление Евгения, я хочу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. А вот и да, и проснулась вторая часть зала. 10, 11, 12, 13 голосов, между прочим, да, вот. Да. Сейчас будет следующий комик, его не надо снимать, к счастью. Лера, может посидеть, да. Следующий комик, он сказал, что он будет экспериментировать. Поэтому я его представлю тоже экспериментально. Какой-то парень с колодки на этой сцене. Встречаем. Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Альберт. Просто Артем не договорил. Я хотел бы обратиться ко второй части зала. Вы нас слушаете? Там есть мужчины? Просто, если вдруг не будет, как-то дайте знать об этом. Хорошо? Связанного диалога. Смотрите, во-первых, еще раз здравствуйте, привет. Замечали, что Facebook, он немного охерел. Вот, он очень часто указывает вам, как вам жить. Вот, вы можете сидеть, вам приходит уведомление, не хотите добавить друзья Алину Косякову. А вы не хотите. Вот. И зачем он это делает? Просто есть же люди, которые ведутся на это, серьезно. То есть, возможно, если бы я велся на это, я бы шел со своей девушкой, мне бы пришло уведомление, я бы достал. Вот уведомление от Фейсбука было бы написано «Ты пидор». И я такой, ну, дорогая, нам пора расстаться. Она говорит, в смысле? Я говорю, поверь, Фейсбуку видней. Мы из-за этого познакомились, Алиночка Косякова. Есть у меня еще история. Еще есть история. Я недавно начал смотреть сериал «Нарко». Кто-то смотрел его? Вот эти парни, мне кажется, они видят только комика и себя. То есть им кажется, что все время к ним обращаются. Типа, кто-то видел? Нет. Да? Ну, мы не видели. Ну, ладно, что. Я вообще, ну... Вижу вам все. В общем, эти сериалы, я очень впечатлительный. Я посмотрел пару серий, в 5 часов утра решил сделать себе бутерброд. Ну, почему нет, да? И этот сериал, он про наркобаронов и прочее. Я вышел на кухню, достаю колбасу и параллельно разговариваю с невидимым человеком Энрике. То есть я достаю колбасу и говорю, Энрике, ты видишь этот свет в окне? За нами следят. И сам же оцениваю, как бы я, как зритель, реагировал на эту сцену. Я такой, нихера себе он смелый. Он знает, что за ним следят, и все равно просто режет колбасу. Охренеть. Вот, просто в какой-то момент я подумал, а нахера?
Нахера я это делаю в 5 часов утра на кухне? Я вижу, вы сегодня разогреты. Да. Смотрите, у меня есть такой экспериментальный блочок. В общем, суть этого мероприятия, если кто не понял, это рассказать шуток, получить голосов за них. Вот. Максимальное количество, я думаю, здесь около 30, да, 20. Вот. Но я придумал, как, в общем, обыграть всех, вне зависимости от выступления, и набрать баллов больше, чем остальные. Это караоке. Вот. Поэтому сейчас под ваши аплодисменты песня группы Hi-Fi «Седьмой лепесток». Ароматы ванили, сладкой ватой губы надо мной проплывают, пропадая вдали. Заплетаются косы виноградной лозы, оставляя улыбку и немного слезы. Все вместе. А точно окнах рисуя. Спасибо. Отпоминая о твоих поцелуях. Спасибо. Дело в том, что дождь ничем не рискует, а я боюсь, что потерял тебя. Я невозможно скучаю, я очень много, я почти умираю. Чем не узнаю, а я боюсь, что потерял тебя. Сейчас проигрыш, две руки свободны. А дождь на окнах рисует, напоминая о твоих поцелуях. Все дело в том, что дождь ничем не рискует, а я боюсь, что потерял тебя. Я невозможно скучаю, очень больно, я почти умираю. Я разлюблю ничем не узная, а я боюсь, что потерял. Лежитесь! Под больше аплодисменты, давайте! Если вдруг, если кто-то хочет свои вещи обратно, ну ты-то ясно, что хочешь обратно, у тебя пиво, кстати, темное. В общем, если кто-то хочет свои вещи обратно, в конце мероприятия может пойти к Артему, и если он меня найдет, у вас есть шанс их вернуть. Все, у меня все, спасибо большое. А пока перед словой разносят те вещи, которые им не нужны, я все-таки посчитаю тем, кому понравилось выступление этого пацана с колодки. Я, между прочим, специально не хотел назвать твое имя, чтобы тебе было тяжелее найти. Кому понравилось выступление, раз, два, три, четыре, пять, и да, вот не понравилось, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 новые лидеры у нас сегодня, Альберт. Да, можешь уходить, в принципе, пора. Пока Альберт раздает вещи, которые ему не нужны. Да, поэтому... Да, сейчас вот и уходят очередные люди после выступления Альберта, видимо, боятся, что... Чья? Это моя сумка! И это вообще хватит, это уже наш месяц. Володя, хватит, все. Окей, друзья, пришло время следующего комика, и вот сейчас, наконец-то... Да, надо снимать.
Стул не надо воровать, что там? Да, твой телефон, я думал, ты мне его подарил. Ладно, друзья, следующий комик на этой сцене — Дмитрий Тютюн, аплодисменты. Здравствуйте, ребят, здравствуйте, привет. Всем привет. Здорово. Короче, ребят, слушайте, в общем... А? Хорошо. В общем, ребят, слушайте, я не харьковский, в общем, я в Харькове учусь. На самом деле, родом я из маленького сперматозоида... из города, ребят, из очень маленького города. Это очень маленький город, ребят, вот настолько маленький, вот меньше моего города только перспективы там проживающих, понимаете? У нас когда построили ЭТБ, вот размеры города увеличились в 4 раза. Вот. Его не то что с космоса, его, блин, с балкона не видно, понятно? У меня настолько маленький город, у меня при въезде в город стоит табличка «Вы уже проехали», понимаете? Ладно, я понял. Караоке, ребят, караоке, да? Нет. Ладно, короче, и... К сожалению, фантазия горожан, она примерно такая же, как и размеры города. В общем, просто я недавно заметил, что в моем городе есть кафе под названием «Кафе». Вот. Знаете, чуваки максимально не заморачивались, знаете. Я однажды решил зайти туда, захожу, говорю, типа, здравствуйте, меня встречает официант, такой, здравствуйте, меня зовут официант. Дает меню, там просто еда 1, еда 2, еда 3. Знаете, я покушал, мне приносят счет, я думаю, не буду изменять традициям, да, просто написал «деньги». Посмотрел на официанта, дописал чаевую и ушел. Все, теперь можно, да. Знаете, иногда я езжу в свой город к своим родителям, и однажды там, за день до моего приезда мне звонит мама и говорит: «Дим, нам нужно будет поговорить с тобой о твоих бабах». Я такой: «О, ну нахер, я не приеду, просто...» Ребят, согласитесь, ну мама — это не лучший собеседник в области баб, да? Ну навряд ли я буду разговаривать с ней как с другом, типа... А потом я привел к себе вообще бы жестко трахнул. Хорош, Димас! А, черт, да? Не зря рожал. Откуда породился, туда и штурмуй. Хару! Не будет такого, ребят. И я приезжаю, в общем, говорю: «Мам, что ты хотела?» Она говорит: «Дим, только не смейся. У-у-у, дело плохо, ребят. Вот нельзя, нельзя не смеяться после подобной фразы, понимаете?» Она говорит: «Только не смейся», у меня в голове уже... Итак, внимание, вопрос. Какую хренотень выгулит мамка? Вариант А. Я тебе тут презерватив купила. Вариант Б. Бухой батя обоссал коту лоток. Вариант С. Кот это увидел, обоссал батю, да? В общем, стою я в ожидании чуда, ребят. И говорит мне мама: «Была я недавно экстрасенса». Твою мать! Я думаю, сука, куда тебя понесло? Я же, блин, говорил батя, удали СТБ, я не знаю, блин. В общем, да. Блядь, слова забыл. Нормально, да? Короче. Была недавно экстрасенса. Была недавно экстрасенса, значит. Ты, наверное, знаешь мои блоки лучше, чем я. Короче. Да. Караоке! Если тебя не залетит, баба, если залетит... А, да, говори, она говорит. Спасибо. Короче... Мне мама говорит, типа, она говорила про тебя, типа, все у тебя будет хорошо, но если от тебя незапланированно залетит баба, все будет плохо. Не. Блин. А, не, ладно, ребят, в общем, короче, все будет плохо. Ну, знаете, так себе информация, да, типа, мне кажется, вот у любого мужика будет все хреново в таком случае, да? Просто я ни разу не слышал, чтобы вот незапланированный залет вот поднимал людей с колен, да? Нет такой истории про бомжа, от которого залетела бомжиха, и вот они прям зажили, да? Прям позволили себе трехкомнатную коробку, я не знаю. Кстати, о бомжах, да? Короче, в общем, я недавно выходил из метро на университете, и внизу в начале ступенек лежал бомж. Потом я выходил оттуда уже вечером, и бомж лежал выше по ступенькам, прямо возле выхода. И я подумал, ни хрена мужик поднялся, да? Вы не задумывались, что эти ступеньки при выходе из метро — это вот как карьерная лестница для бомжей? Чем выше, тем элитнее. Серьезно, если подниматься по этим ступенькам, можно пронаблюдать вот эту бомжи эволюцию. Типа, в самом начале спящие отчаянные бомжи, поднимаешься выше — бомжи с табличками, поднимаешься еще выше — разговаривающие бомжи, выходишь из метро — промоутеры, да? Ребят, всем спасибо, у меня все, хорошего вечера. Дмитрий Тютюнчик выступал для вас сегодня именно так.
кому понравилось выступление Дмитрия, поднимите руки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать из жалости и вторая часть из зала тоже голосуют. Ну ничего, друзья, мы двигаемся дальше. Выступило уже пять комиков, осталось трое. Взрослые, стали взрослые комики, будет взрослый юмор, я так думаю, хрен его знает. И сейчас неожиданно на этой сцене встречаем резидента хмельного стендап Андрей Внуков, аплодисменты. Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Друзья, похлопайте, пожалуйста, те, кто был в квест-комнате. Отлично. Я просто недавно тоже попал в квест-комнату, правда, не по своей воле. Это, знаете, такая широкая сеть квест-комнат от Харьков-Горлифта. Максимально распространенная по Харькову. И что самое интересное, комната маленькая, заданий всего два, но всего очень сложное. Очень сложное задание. Сразу покаюсь, первое провалил с треском. Это не вступить в мочу. Вот. А второе задание было отгадать номер диспетчера, потому что какая-то тварь зацарапала последние две цифры. Если что, 72. Запомните, пригодится. И в общем, еще недавно был в ночном клубе, слышал, как работает МС. Знаете, это стандартное хоп, давай-давай, хоп, давай-давай. Извините, друзья, у нас тут такая нестандартная ситуация. Сейчас на танцполе пропал маленький мальчик. Повторяю, на танцполе пропал маленький мальчик, зовут Сережа, родители его ищут. Хоп, давай-давай. Хоп, давай-давай. Ну просто что за тварь? Зачем он это продолжил? Мне даже показалось, что он сейчас начнет говорить хоп, давай-давай, парень выживай, это сложный мир, тут очень все сложно. В конце концов, он мог дальше продолжить проводить конкурс. Кто первый затопчет пацана, получит коктейль на баре, может пройти получить его. Ну ладно, МС, у него работа такая, но о чем думали родители? Какая должна быть мотивация родителей, чтобы взять ребенка в ночной клуб? Блин, нет, не оставлять же его дома, да? Вдруг что случится? Давай в клуб с собой. Просто с таким результатом его можно было бы лес отвезти, да, и там оставить. Он бы маленький, он бы далеко не убежал. Но ладно, родители еще, ладно. Как пустили ребенка в клуб? Потому что нету никакой охраны. Я просто понял, что единственный вариант, чтобы женщина зашла в клуб с ребенком, она была беременна. Поняли? Она сидит такая на баре, пьет пивко. Блять, где живот? МС, пропал мальчик, зовут Сережа. Да, пускай будет Сережа, неплохое имя, мне нравится. Знаете, у меня есть девушка, она мне в последнее время заявляет, что я мало удивляю времени, что я весь из себя эгоист такой. Я решил исправиться. И перед тем, как уйти на работу, выложил на кухне слово «люблю» из косточек от черешни. Вот. Но она не растерялась, она очень хорошо ответила. Я когда пришел домой, увидел месяц без секса. Причем месяц было косточками от черешни, а без секса косточками от слив. Ну тут сразу понятно, да? Влупить килограмм слив. О каком сексе может идти речь, да? Тут бы через неделю из туалета выйти. Ну, в принципе, мне девушка всегда подгоняет какие-то веселые истории. Она недавно увидела, что я в социальных сетях лайкнул какую-то фотографию. Там какая-то фотография с голыми девушками. Я человек простой, вижу сиськи, ставлю лайк. Да. И она это увидела, обиделась страшно. Давай мне писать, что ты такое делаешь, у тебя же здесь есть я, зачем ты это лайкаешь? И долго мы с ней не разговаривали. Потом она все равно присылает фотографию себя обнаженной с подписью «Вот что ты должен лайкать». Я подумал, залил эту фотографию в тот паблик и лайкнул. И еще 30 мужиков. Вот. К нам недавно в гости приходила пара, и у них был маленький ребенок, и он хвастался, что он в детском саду ходит на риторику. Риторика в детском саду. Я на первую пару в институте на риторику не ходил, принципиально. И в общем, малой давай хвастаться, что он там выучил. Он там выучил два коронных движения. Это колокольчик. Ой, часики, прошу прощения, это часики. И аквариум. Я смотрю на малого, потом смотрю на девушку. Говорю, ты знаешь, я знаю, кто следующий пойдет на риторику.
Потому что очень у кого-то аквариум маловат. Она не растерялась. Она сразу же говорит: хорошо, я пойду на риторику, как только ты в часиках батарейку поменяешь.